Сначала Никита давал интервью неохотно. Настроение ребенка не всегда зависит от желаний взрослых. Общение напоминало разговор с незнайкой. Основной ответ – не знаю. Даже вопросы о поездке на море не вызывали у него энтузиазма. Походу ходили по берегу, по пляжу. До лодок доходили. Интересы Никиты разнообразны. Одно из его излюбленных мест – компьютерный класс. При желании в детском доме всегда можно найти, чем заняться. Швейные бывают иногда. Бывает иногда в спортивные. Там, всяких этих соревнований. Бывает в компьютерной сижу. Его увлекает фотомонтаж и компьютерная графика. Его любимый сказочный герой – Гарри Поттер. К сожалению, как современный ребенок, у компьютера он проводит времени больше, чем в библиотеке. Но туда тоже захаживает. А среди помощников, по словам педагогов, ему нет равных. Настоящий мужичок. На него всегда можно положиться. Вот попросишь, Никита, сделай то-то, то-то, то-то. Тяжело, легко ли, всегда сделает, поможет с удовольствием. Можно сказать, большой друг Никита. Никита реалист. Мечтать о полетах на Луну, зная, что у него нет такой возможности, он не собирается. Постепенно наш собеседник разговорился и доверил свои планы на будущее. Мечтаю выучиться и пойти на автомеханика. Вот, в машинах там потом лазить. Есть такие машины, то что в них можно даже и не разобраться. Любимый предмет Никиты – физкультура. Его настроение можно узнать по количеству подтягиваний. Если плохое, то максимум 5-7. Если хорошее, результаты гораздо выше. Но больше всего он любит плавать. Я умею бросом, рыбкой, лягушкой, там, брасом, под водой умею на спине плавать. У него много друзей. Вместе они участвуют в разных играх. Казаки-разбойники, царь горы, висят на турнике, гоняют в футбол. Но жизнь не игра, и без хорошей поддержки взрослых можно запутаться в ее сложных правилах. Хочется, чтобы крепыш Никита попал в хорошую семью, где бы так же, как он, любили заниматься спортом. Подробную информацию о ребенке вы можете узнать в районном управлении опеки и попечительства. Телефон 64 94 54.